Ну вот и небольшой обзор нашего террариума после уборки. Наш Стэн немножко покушал, поэтому обитается на камне. Но думаю, сейчас он уйдет куда-то погреться. Только немножко подумает, что это такое на него направили. Мох свисает с подбородка. Да ладно. Основное видео я хотел заснять по поводу мха. Мне удалось размочить уплотненные брикеты мха. И у меня получилось, ну, просто очень много мха сфагнума. Этот мох достаточно гигроскопичен, то есть хорошо удерживает влагу. И в увлажненном состоянии он достаточно зеленый, либо коричневатый. Получилась целая такая зеленая куща. Позволяет сделать фактически целый лес и даже небольшое болотце за место прежней поилки, которая играла второстепенную роль. Собственно, благодаря удерживанию влаги Стэн сможет лучше линять. Ну и, соответственно, вот этот уголок, где он обычно охлаждается, будет охлаждать лучше, так как влажность притягивает все-таки не тепло, а холод. Наш Стэн уже забрался внутрь. Единственное, что мы можем сделать, это немножко подразнить его, поскольку он только что покушал. Он не очень недоверчиво смотрит на камеру. Скорее всего, он думает, что пальцы – это потенциальная еда. Что мы сейчас можем проверить? Не хочет он снимать на камеру, как я его глажу. Чешу его маленькую мордочку. Но так ему обычно нравится. И он даже не пытается схватить мои пальцы. Что определенный прогресс в нашем воспитании. Такой пронзительный и недоверчивый взгляд. Шли бы вы отсюда, да, Стэн? Да, наверняка он просто не понимает. Хотя он уже привык к виду телефона. Его больше смущают движения пальцев, похожих на гусеницы. Такое небольшое короткое видео. Просто так, для зрителей.